Рыжковский пруд. О, Володя поднимает. Вот забивал, вырезал это, сегодня забил. А теперь саманить. Заталкиваю солому. Вот, а Марина носит куски нарезанные. Сейчас нарезал. И сел выбился, сылик. Целина. Яма-то уже совсем небольшая. Ну, не больше полметра осталось. Может, чуть побольше. Вот Володя тут по деревьям. Сейчас сюда насыпет, землю утолкет. И тут поднимется. Еще тут 4 метра надо пройти. Вот сюда вот. А прям насыпай, ничего не надо без всяких. Она удержит. Далеко не надо, а именно вот здесь вот ближе, чтобы крапиву новую не затронуть. А вот так вот выгни ее. Удолби, удави. Пока сено есть. И насыпь здесь. И вот с тем соедини, где он копали. Вот с этим вот. А носить вот отсюда, носить тут рядом вон. Ну я оттуда начну сейчас. Ну да, лопату возьми. Сено сначала заложить надо. Марина таскает. Целику кусты. О. Володя тут уже приподнял. Ну тут вот сейчас у нас до воды еще 40 сантиметров. Еще до упора. Вот она вода идет. Рыжковский пруд какой сделали. Конца не видно озеру. Люблю я озера делать, дороги, вот не знаю как, люблю. У меня у отца в саду было, на небольшом участке, 123 скворечника. 123. Да шофера мимо едут, всегда становятся, как птичий базар, не слышно разговор, и все занято. Это там были и валенок, и сапог, и огнетушитель, и чугун. Главное, чтобы изнутри была такая шероховатая дощечка. Один был у меня большой пень такой, на 6 квартир. 6 семей жили. А сегодня у меня неприятность. Вот за 2 дня 12 голубей пало. Не знаю, что пока. Узнать надо. И при том пары самые породистые. Видишь как, вот какой инструмент. Топор, ножовка, кувалда. И вот которая там бывает, нападает, и там еретик, там анафим. А их нигде нету, ничего нету. То есть ничего не осталось, один пшик. А создать ничего не создали. Я не могу у них поучиться чему-то или чего. Нет, мы можем в любом вопросе сказать, приходите, покупайтесь. Порыбачьте, сейчас еще рыбы крупные, может быть, купим. Не берут, придется самому покупать. А который нападает, и ничего нет. Он сидит только так, перед зеркалом, любуется. А мы можем показать, вот откуда начали. И здесь ниже, там 3 метра ниже. 3 метра отступили, засыпали вручную. Побудил вчера барабаша бульдозер отремонтировать. Я иду, меня не Терентий остановил, догнал. И говорит, я туда поеду, сейчас у вас сделаю. Я говорю, нет, не надо уже, не надо. Утром сказали, не можете, а я знал, что вы будете делать. И мне когда это дело. А потихоньку мы сделали. Деревня просил, ни одного человека не дали, ни одного. Ничего, выше награда. Лага какие вот. Что ж они пришли? Главное, это сделано. И люди будут приезжать, а их участия тут нету. А у Бога все выщено, как Колосся нам пишет. По делам Господь будет судить. И покупать, и поплавать, озеро какое. Это микроклимат. Никто не пришел на помощь, ну только делов-то. Вот посмотри, Володя, возьми-ка я покажу, какая мошка интересная. Кусает вчера, у меня прямо кровь течет. Я сейчас взял, я пещи делал. Некоторые смеются, 40 лет печи делал, вот она. И вот это надеваешь, такие резинки, рука. Они у меня, руки-то вчера здесь, вот она, такой, гляди. Видно, нет? Это да, я их сметаной помазал.
А вот здесь-то вот, вот куда еще дальше-то они идут. Вот, а все это мошка где укусит, и кровь течет. Никогда такой мошки не было. А сейчас я взял вот так, да еще Надежда Васильевна шила запасные. Во, попробуй. И здесь вся рука была погрузена. Гляди какая. Так дальше туда все, прямо кровь течет. А сегодня нет. Вот рукавички. Пожалуйста. Да, я забыл сказать. У меня фотоаппарат с собой. Давайте я вас фотографирую. Вот рукавички. А это фотоаппарат закрытый. Иди сюда, Марина. На фоне озера. Володя пока снимает, а я тоже. Это мой фотоаппарат, сам покупал. Че, куда вставать-то? Вот здесь. Так не пойдет. Вот сюда вот, отстаньте, вот сюда, чтобы озеро было видно. А то солнышко забивает. О, вот здесь вот. Прямо напротив озера. Снять с себя сидит, а не видать. Лицо обнаружить. Вот так. Ну-ка, стой, убери руку, все закрылось. Подойди к Володе ближе-то. Зася, вот так, стой. Чтоб самому-то не опрокинуться. А вот я попробую сейчас без этого, без зажигания. Зажигание? Это вспышка. Ну-ка, меня чахни. Все, выключай этот. Слава Богу.